Следователи рассказали подробности убийства с расчленением в скопине. Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. Обнаружена рука на улице. В ходе последующего осмотра на берегу реки, которая протекала неподалеку, обнаружены и другие части человеческого тела. Погибшая 58-летняя местная жительница, которая с 13 апреля этого года находилась в розыске. Она пропала без вести. Подозреваемую тоже нашли. Это неоднократно судимая 35-летняя знакомая погибшей, уроженка Милославского района. По данным следствия, 12 апреля женщины устроили застолье в компании сожителя подозреваемой в его квартире в Скопине. Во время посиделок они поссорились на почве ревности. Подозреваемая несколько раз ударила подругу ножом в грудь. После женщина расчленила тело погибшей и вынесла фрагменты в полиэтиленовых пакетах в мусорный контейнер, а также на берег реки. Путем нескольких осмотров и других следственных действий, в том числе с применением современной криминалистической техники, в квартире, расположенной в том же подъезде, где жила пропавшая, обнаружены многочисленные следы крови. Замытый надо на момент нашего прибытия. То есть скрытые следы преступления. При последующей работе установлено, что преступление, а именно убийство пропавшей женщины, произошло именно в этой квартире. В следующий день она сообщила в правоохранительные органы о пропаже своей знакомой. Вину первоначально отрицала. Сейчас решается вопрос об аресте. Рязанке грозит 15 лет лишения свободы. В настоящее время подозреваемая задержана, дала последовательные подробные показания об обстоятельствах совершения ей преступления, в том числе с ней проведена проверка показаний на месте, в которых она уточнила ранее данные показания. Расследование продолжается.